Добрый день, дорогие зрители. Добрый день, самые милые, прекрасные, обаятельные дамы и леди. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на празднике, посвященном Международному женскому дню. Это праздник весны, это праздник любви и это праздник красоты, который царит в этом зале. И пусть сегодня ваша душа до краев наполнится светом, теплом и радостью. И, конечно же, нежными пожеланиями, приятными подарками. Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами и несут в дом только благополучие, взаимопонимание. А первые лучи весеннего солнышка укажут вам счастливую тропинку вашей судьбы. Самый нежный, самый прекрасный день в году, 8 марта. Это начало весны, начало жизни в природе. И это первое тепло, как сегодня, например. Вот, например, проснулся, вижу, снега нет. Уже радостно, уже действительно согревает душу. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах, в ваших душах. Пусть красота природы всегда вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. С праздником! Дорогие друзья, именно этими словами мы открываем наш районный конкурс лучших мам. А ну-ка, мамы 2023! Когда смотрю со сцены в этот зал, то в полумраке я вижу зыбком восхищенные глаза и чью-то добрую улыбку. 8 марта каждый раз в весенний этот дивный праздник мне хочется поздравить вас, таких таинственных и разных. Среди забот, среди улыбок, таких, как в зале, добрых глаз. Женская красота и обаяние всегда вдохновляли мужчин на великие подвиги и дерзания. Да, сила всегда покорялась красоте. Даже Александр Македонский в свое время сказал, что будь он женщиной, он бы точно завоевал весь мир. А Максим Горький сказал, самое умное, чего достиг человек, это умение любить женщину. Поклоняться ее красоте, от любви к женщине родилось все прекрасное на земле. И только самому прекрасному мы даем женские имена. Заметьте, Вселенная, Земля, Родина, Мама. Любовь к женщине, по-моему, самое главное, двигатель жизни и истории. Из-за нее, конечно же, разыгрались войны, ради нее совершались подвиги, и с ее именем мужчины творили историю. И как планеты нашей системы вращаются вокруг Солнца, так все в этой жизни вращается вокруг вас, любимые женщины. Мы с огромным удовольствием приглашаем на сцену участниц конкурса. А ну-ка, мамы 2023 года! Под ваши аплодисменты! Участница под номером 1 Евгения Риндер. Участница под номером 2 Зарема Мамутова. Участница под номером 3 Марина Маслова. Участница под номером 4 Галина Горбунова. Участница под номером 5 Ильзара Янова. Thank you.
Дорогие друзья, поддерживаем участниц! Дружнее, дружнее, дружнее ваши аплодисменты! Лучшие мамы Черноморского района сегодня здесь, на этой сцене. Дорогие друзья, для приветственного слова на эту сцену приглашаем заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Юлию Бесфамильную, а также директора фонда «Добро всем» Ксению Смокотину. И ваши аплодисменты! Добрый день, уважаемые жители Черноморского района, гости и приглашенные. Я искренне рада приветствовать на нашем районном мероприятии организаторов и участниц ежегодного районного конкурса «А ну-ка, мамы». Каждый год наши участницы не перестают нас восхищать своим творчеством, мастерством, показывая свои умения и навыки. Я уверена, что этот год у нас не будет являться исключением. Ведь не зря наш районный конкурс проходит в замечательный прекрасный день, 8 марта. Прекрасную половину человечества я от себя лично поздравляю с этим замечательным праздником и желаю душевного спокойствия, женского счастья, чтобы у вас все по жизни получалось, наслаждайтесь жизнью и пользуйтесь каждым моментом. А участницам нашего районного конкурса я желаю вдохновения, ярких и творческих выступлений и побед. Спасибо большое, Юлия Евгеньевна. Ксения, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие друзья. Хочу поздравить милых женщин с международным женским днем. Пусть весна цветет не только на улице, но и в ваших душах, а красота радует окружающим. Счастья вам и благополучия. Хочу пожелать, чтобы каждый ваш день был запоминающимся, ярким и солнечным. Чтобы в семьях царила гармония, а в домах было тепло и уютно. Вся команда благотворительного фонда говорит огромное спасибо организаторам, участникам, предпринимателям, всем гостям благотворительного концерта. Сегодня все собранные денежные средства будут направлены на помощь особенным детям нашего Черноморского района. Еще раз с праздником вас. Спасибо большое, Ксения Ивановна. Юлия Евгеньевна, мы приглашаем вас в зрительный зал. Ксения, Юлия, мы вас тоже поздравляем с праздником! Дорогие друзья, уважаемые наши участницы, ну а сейчас позвольте представить вам наше многоуважаемое жюри. Итак, дорогие друзья, приветствуйте глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко. Секретарь Черноморского местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Шипицын. Заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым Юлия Бесфамильная. Герой России, учредитель благотворительного фонда «Добро всем» Владимир Недобешкин. Победительница конкурса «А ну-ка, мамы» 2022 года Татьяна Григорьева. Дорогие друзья, в этом году наш конкурс проходит при поддержке благотворительного фонда «Добро всем». Искреннюю благодарность мы выражаем учредителям фонда, а также всем волонтерам. Давайте поаплодируем людям с добрыми сердцами. Ну а сейчас нам придется ненадолго расстаться с нашими участницами, ведь необходимо подготовиться к конкурсной программе. Ну а мы с вами, дорогие зрители, познакомимся с условиями конкурса. Участницам предстоит выполнить 5 конкурсных заданий. С первым они уже успешно справились. Я говорю о домашнем задании, по условиям которого каждая конкурсантка приготовила домашнее блюдо и представила на суд членам жюри. Члены жюри также успешно справились с своей задачей и оценили. Критерии оценивания этого задания – это творческий подход и внешний вид, и, конечно же, вкусовые качества.
Второе задание называется «Визитная карточка». Участницам необходимо рассказать о себе, своей семье, проявить творческую сторону своей личности. Справиться с этой непростой задачей им могут помогать дети, родители, знакомые, друзья в разных формах. Мы не ограничивали в творческой фантазии наших участниц. У каждой уважающей себя девушки всегда должны оставаться маленькие секреты. И это секретный конкурс, условия которого мы пока оставим в тайне. Хочется отметить, что сегодня нас ждет не только конкурс красоты, но и конкурс талантов. Да, все верно. Именно такое название у нашего следующего конкурса, вернее, у конкурса, который пройдет в нашей программе, это конкурс талантов. Участницы удивят вас, дорогие зрители, и вас, уважаемое жюри. Далее мы перейдем к последнему и самому-самому ожидаемому занятию. Ходит легенда, что в гардеробе у каждой девушки хранится одежда, которая настолько красива, но что ее просто некуда носить. И мы решили исправить эту несправедливость. И последнее задание для наших участниц – это дефиле. Да, нашему жюри предстоит нелегкая задача, но я думаю, это профессионалы своего дела, и они обязательно справятся со своей задачей. Да, выбрать, конечно, лучшую из лучших будет непросто, но жюри, мы искренне надеемся на вашу компетенцию, справедливость. И с уверенностью можем заявить, проигравших сегодня не будет. Дорогие друзья, мы также благодарим наших партнеров за подготовленные приятные подарки и сюрпризы для наших конкурсанток. Давайте поаплодируем в первую очередь фонду благотворительного «Добро всем», который собрал под своим крылом предпринимателей Черноморского района и помогли организовать настоящий праздник для прекрасных мам. Еще дружнее ваша овация. И давайте, наверное, поблагодарите сами себя, поскольку вы пришли поддержать наших конкурсанток. Аплодисменты вам! И мы переходим к знакомству с нашими участницами. Итак, время начинать конкурс «Визитная карточка». На сцене участница под номером 1 Евгения Риндер. Приветствуйте аплодисментами. Привет всем. Меня зовут Евгения, мне 30 лет, и я мама двух самых замечательных, самых счастливых в этом мире девочек. Мою старшую дочь зовут Виктория, ей 10. Младшей моей доченьке 8 лет. Наша семья очень любит эту жизнь, наслаждается каждым ее моментом. Поэтому и пустите, можно я пущу вас в закулисье моей жизни? Я поплыла в океан, жила в красный сарафан. И я б забыла, что ты есть. Я б не лезла в эту сеть. Я бы не была бы здесь. Я поплыла в океан, жила в красный сарафан. И я б забыла, что ты есть, я б не лезла в эту сеть, я бы не была бы здесь. Глазами момент уплывает, как скоростной катер. Фотографируй глазами облако испарилось, и уже не с нами. Дорогие друзья, встречайте участницу под номером 2 Зарему Мамутову.
Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Мамутова Зарема Рустемовна. Немного хочу рассказать о себе. С детства я очень любила музыку. 8 лет мама отдала меня в музыкальную школу. Я играла на скрипке, участвовала в различных конкурсах, занималась танцами, пела народные и эстрадные песни. Мечта стать учителем у меня была еще с детства. Для меня школа – это творческий мир, где каждый урок неповторим. Это бесконечная дорога к миру познания. Но помимо профессии учителя, есть еще одна самая главная профессия. Это профессия мама. Я мать четверых детей. Чтобы носить гордое имя «мама», недостаточно только факта рождения ребенка. Мама – это и воспитатель, это и учитель. Мы, женщины, работаем мамами не за чины и награды, а за счастливый детский смех, любящий взгляд. Я горжусь тем, что моя профессия – мама. Хочу сказать, что никакое количество денег не заменит вам ощущение того счастья, когда вас обнимают детские руки. Дети – цель моей жизни. Мамочка, ты у нас добрая и справедливая. Трудолюбивая и любимая. Заботливая и ласковая. Красивая. Мамочка, мы себя любим. Зарема Рустемовна – учитель русского языка и литературы. В школе я работаю с ней уже долгое время. Я увидела, что она очень добросовестный учитель, хорошо преподает в интересной форме материал и занимается своим самообразованием. Зарема Рустемовна – это учитель, который понимает истинную суть своей профессии. Она любит детей и всегда может прийти на помощь в трудной ситуации. Зарема Рустемовна очень внимательная, отзывчивая, понимающая, справедливая, очень тактичная и всегда улыбчивая. Зарема Рустемовна не только учитель, но и просто замечательный человек. С ней очень легко и просто общаться. Зарема Рустемовна – наш классный руководитель. Давайте подумаем, какая она? Красивая. Трудолюбивая. Хорошая. Умная. Добрая. Самая лучшая. Справедливая. Ответственная. Замечательная. Доброжелательная. Ласковая. Восхитительная. Веселая. Ценная. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, приветствуйте, пожалуйста, на сцене со своей визитной карточкой участница под номером 3 Марина Маслова. Всем добрый день. Меня зовут Марина. Я, как вы догадались, мама. Родилась, росла, училась на Урале. Когда я была маленькая, я очень много кричала. Как потом оказалось, это я пела.
и родители отдали меня в кружок. Кружков было много. Именно в них я и научилась шить, вязать и многим рукоделия. Шло время, шло быстро и активно. Родилась дочь, Анечка. И уже вместе с ней мы шили, вязали, вышивали и были всегда вместе. Когда Анечка пошла в школу, у меня родился сын. И наша жизнь перевернулась. Но отчаиваться было некогда. Я еще больше стала шить, вязать, вышивать. И пригодилось умение петь. И где-то между работами я встретила своего принца на белом коне. Вы спросите, где конь? Так он же белый, его не видно. А! Это глаза, если что. 5 лет назад у нас родилась дочь. Да не простая, а солнечная. И через год мы переехали в Крым. Муж меня всегда и во всем поддерживает, во всех начинаниях. И вот уже 2 года я учусь в иконописной школе, а в этом году я поступила в институт. Когда началась мобилизация СВО, я собрала вокруг себя рукодельниц, организовала акцию «Тепло сердец». И теперь мы все вместе вяжем носки и отправляем на фронт. А еще я волонтер. Волонтер благотворительного фонда «Добро всем». И сегодня я стою здесь, на этой сцене, с такими же мамами. А поддержать меня сюда пришла моя семья. Это мои самые замечательные дети, мой прекрасный принц, сегодня без коня. Ну а что же будет дальше, мы узнаем с вами вместе. Спасибо огромное! Дорогие друзья, дружнее, ваши аплодисменты Марине Масловой и ее большой дружной семье. Ну а сейчас с большим удовольствием на сцену приглашаем со своей визитной карточкой Галину Горбунову. Добрый день, уважаемое жюри! Здравствуйте, дорогие зрители! Я Горбунова Галина, и я обладательница самого главного статуса в жизни. Я мама. Задача не из простых – рассказать о своей семье и о себе всего лишь за 5 минут. Но я попробую. Я родилась и живу в селе Оленевка. Оно расположено на мысе Тарханкут. У нас прекрасная природа, удивительные пейзажи, чистейший берег и лазурное море. Так получилось, что в нашей семье я одна девчонка. Меня окружают одни мужчины. Муж Александр, старший сын Михаил и младший сын Илья. Мы с семьей любим путешествовать и каждую свободную минуту проводим вместе. Je reviens.
это? Вай, мама, кто это? Это кто, кто это? Вай, мама. Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Вся иисусального золота, золота. Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Вся иисусального золота, золота. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, встречайте участницу под номером 5, Эльзара Янова. Добрый день. Как уже было сказано, мое имя Эльзара. Родом я из Узбекистана, а именно из города Самарканд. Переехали мы в Крым в 2001 году, в прекрасную Бахчисарайскую долину. В 2010 вышла замуж. Годом спустя я стала мамой. Родился мой первенец, сын Тимофей. Дальше доченька Элеонора, доченька Элина. Сыну 12 лет, дочерям 10 и 8. В Калиновку мы переехали в 2015 году на родину мужа. Очень полюбила здесь море, люблю плавать, также просто пройтись возле берега. Как человек я простой, открыта всегда душою, готова выслушать, готова поговорить. Если нужно поддержать, спеть, станцевать, также немного умею и шить, и вязать, что-то приготовить. Как и должно мамам, разностороннее. Также помогаю мужу в строительстве дома. Стараюсь быть полезной для своей семьи, радовать и вдохновлять их на добрые дела. Мечтаю, конечно, перебраться побыстрее в свой дом и для начала объехать Крым. Как вы видели фотографии, тут семья моя. К сегодняшнему дню также хочу поздравить женскую половину и прочитать такой необычный стих. Кому бежим, когда нам грустно? Когда кого кричим, когда болит? На чьих коленях засыпаем, когда в душе огонь горит? И кто придумал слово «мама»? Кто первый произнес его? Такое милое, родное, для каждого важней всего. Ну что такого в этом слове? Проговоришь, и замирает дух. В нем много светлого, в нем много самых нежных рук. Ведь руки мамы словно крылья, оберегают и хранят от всех страданий, вьюги, боли, от всех невзгод и от утрат. Глаза мы, мамы, глаза же мамы — это небо, сияющее над всей землей. Ведь всем известно, где бы ни был, она присмотрит за тобой. Неважно, что бы ни случилось, в какое время бы ни пришел, она утешит, приголубит, и станет снова хорошо. И как бы сложно ни бывало, и сколько б ночью ни спала, своей улыбкой озаряла, всегда душа любви полна. Ты все поймешь и не осудишь, ты все простишь, прикрыв глаза, всегда обнимешь, поцелуешь, благословишь на все дела. Спасибо, мама, что терпела, всегда молчала и ждала, всегда все видела и знала, и тайны наши берегла. Прости же, мама, что порою нас невозможно выносить, что мало видимся с тобою, что нам всегда пора спешить. Благодарю за внимание. Всего хорошего. Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще поддержим наших участниц бурнейшими овациями.
уважаемые жюри. Ну, а вы можете уже выставлять оценки за первый конкурс, точнее, за второй наш конкурс «Визитная карточка». Ну, а мы перешли... К самому таинственному. К самому таинственному. Ну, поскольку у каждой девушки обязательно есть секреты. И сегодня мы решили рассекретить наших девчонок. Вы не представляете, что сегодня будет и сейчас на этой сцене. Если честно, мы тоже не представляем, поскольку предыдущие годы и предыдущие конкурсы мы в планшетку закладывали себе какие-то вопросики, старались так, чтобы раскрывать секреты таким... способом лайтовым, что называется, что не обиделись, да и все. То сегодня, что будет происходить здесь, мы не знаем. Почему? Потому что мы в этом году прибегнули к детектору лжи. Да-да. Это серьезно. Серьезно. Мы заказали настоящий детектор лжи. И на одной из репетиций девочки прошли у нас эту процедуру. Вопросики были разные, ответы тоже были разные. Что из этого получилось, сейчас узнаем. На сцену приглашаем наших участниц, бурные овации! Ну что ж, девочки, сейчас каждой из вас будет задан вопрос. Я сейчас, Андрей, на секундочку тебя перебью. Просто Евгения сейчас так на меня посмотрела. Она думает, вот этот ободок, который вы мне давали померить, это был детектор лжи? Да, Жень, все, о чем ты думала, все, что было скрыто, сейчас обнародуется здесь, в этом зале. Ладно, да? Не возражают. Ну и тем более мы взяли специальную подписку с девочек, что все, что сегодня произойдет, их только радует и веселит. Это правда, девчонки? Да. Бить не будут, во всяком случае. Итак, дамы и господа, на экране у нас сейчас появятся вопросы. Девочки, не переживайте, мы их зачитаем тоже вслух. От вас нужно будет всего лишь подумать и ответить «да» или «нет», и это все озвучить. Дальше идет процедура распознания, правду ли вы говорите. И детектор нам, собственно, покажет, насколько вы правдивы в своих ответах, да и, в принципе, перед зрителем и светом тоже. Ну что, готовы? Что нет, да. Женя готова. Итак, первый вопрос на экран для участницы под номером 1 Евгении. Итак, Евгения, а как вы относитесь к этой фразе? Нужно баловать или баловать только тех, кто реально этого достоин. Например, себя. Подумайте, подумайте. Подумай. Это не ободок. Думайте. Женечка, ну подумай, хорошо. Женя, а вы себя часто балуете? Да. Насколько часто и чем? Очень. Чем, Жень? Наслаждаюсь жизнью. Боже мой, это золотая, молодец. Она Евгения, наслаждается жизнью. Давайте поаплодируем. Евгения, у меня уточняющий вопрос. Жизнью кого? Мамы. Мамы. Чтобы ну, ради ладно. Этого собрались. Хорошо, хорошо. Ну, итак, переходим к ответу. Жень. Итак, верно ли эта формулировка и согласны ли вы с этой, с тем, что сейчас видели? Да или нет? Нет. Нет. Правда. Формулировка оказалась неверной, и баловать надо не только себя, но и окружающих. Вот. Аплодисменты Жене за честнейший ответ. Участница под номером 2, Зарема. Ваш Итак, вопрос. Зарема, в принципе, механика ясна, да? Надо будет сейчас прочесть, подумать, ответить «да» или «нет». А вот, и дальше мы узнаем, насколько правдивы вы оказались в ответе. Готовы? Почти, у вас выбора нет в любом случае, поэтому поехали. Итак, ваша суперсила – тратить в месяц в 3 раза больше, чем, собственно, зарплата. Да или нет? Это истинная правда. Причем, наверное, не только ваша. Я так подумал. Извините. Итак, ваш ответ точно да. А откуда вы тогда деньги берете? Неважно, я понял, секретики есть секретики. Правда. И это правда. Давайте поаплодируем. Участница под номером 2, Зарема, которая обладает суперсилой. Молодец. Правдивый ответ. Мариночка, вопросик для тебя.
Внимание на экран. Смотрим, читаем, озвучиваем. Итак, есть два подарка. Это вы, собственно, и вам. Марин, ну, два подарка. То есть ты и тебе. Других вариантов этой жизни быть не может. Правда или нет? Нет. А вообще подарки любите дарить? Дарить? Да, очень. А получать? Но... Получать относительно. Но, тем не менее, здесь как бы вот такая формулировочка. Вы с этим согласны на 100%? И ваш ответ? Нет. Если через 5 минут еще раз поговорим, будет следующий. Хорошо, мы услышали. Итак, ответ нет. Проверяем. Это... ложь. Все, все понятно. Нет, ну это действительно правильно. Действительно, Марина подарок для ее семьи. Да и, собственно, Марине тоже с радостью все делают подарки. Что не так? Абсолютно. Давайте поаплодируем. Спасибо большое, Марина. Ну а мы переходим к Галине. Галочка, ваш вопросик на экране. Галина, коротко о вас. Нежна, как кактус. Да или нет? Там все, буквы закончились, больше читать не надо. А, нет-нет-нет, все, это вот, собственно, скрытого ничего нет, даже если задом наперед, все останется так же сам. Ну, она просто подходит творчески к этому вопросу, рассуждает, женской логикой воспользоваться, кстати, можно в этом вопросе. Моя мама всегда говорила, что разница между женской и мужской, что мужская есть. Упс. Но тем не менее, ладно. Итак, Галина. Вы нежны, как кактус, да или нет? Я выбираю между нежной или кактус. Опа, вот она женская логика. А ты говорил нет, все у нас есть. Хорошо. Да, действительно, коротко о себе, нежна. Да. Неважно. Да, нет. Типично понятно. Женский ответ. Да, нет, не знаю. Все вот через запятую. Итак, ответ должен быть один. Это... да. Ложь. Не раскрыли в том-то и дело. Да, нет, да, нет. Все, тут уже поломалось все. Вся система легла. Ну, Ильзар, вопросик для вас. Смотрим, даем честный, правдивый ответ. Готовы. Да, готовы. Ильзар, я у меня умничка. Это из ваших мыслей, да или нет? Да. То есть вы себя можете похвалить однозначно. Все, и это правильно, давайте поддержим аплодисментами. Ну а почему нет? Себя оценивать тоже надо верно. Итак, ваш ответ «да», проверяем. Это... правда. Безоговорочно, конечно же. Ну и поскольку мы подготовили по два вопроса для каждой, чтобы жюри, правдивость, честность можно было оценить каждой нашей участницы. Жень, опять возвращаемся к тебе. Давай попробуем. Вопросик для Евгении, пожалуйста. Командовать мной несложно, но бесполезно. Это про вас, Евгения? Можно досрочный ответ. Это правда. Жень, ну да, нет? Да. Да. Итак, проверяем. Это... правда. Аплодисменты. Ну что, ускоряемся. Зарема, следующий вопрос будет для вас. Итак, читаем. Зла не держу, держу дистанцию. Во, да? Все, вот какой-то срочный ответ. Это про меня еще добавила. Все, отлично. Ответ «да», проверяем его. Это... правда. Есть такое. Мариночка, вопросик для тебя. Смотрим. Я на самом деле ангелочек, просто меня все выводят. Таки да, да? Да, конечно, да. Давайте проверяем. Ответ «да». Правда. Настоящий ангелочек, Марина. Галочка, ваш вопрос.
не знаю даже. Характер сложный, зато глаза красивые. Ну, конечно, чего нет-то? Давайте проверяем ответ «да». Что есть, то есть. Ложь. Вы знаете, мне кажется... Да не, я сейчас объясню. Вот, нет, он не сломался, вот тут мужская логика. Смотрите, ответ был красный в тон вашего платья просто. Да. Да в любом случае, да. Характер-то у нее не сложный. Да и глаза ничего. Очень красивые. Поэтому следующий вопрос. Поехали. Все-таки чувство сохранения жизни в Андрее присутствует на всякий случай. Нас же по статистике и так меньше, зачем на одного еще делать? Поэтому. Эльзара, значит, многие считают, что вы грубая и злая. Лично вы считаете так же? Да или нет? Да, задумалась. Я думал сейчас, ну что это такое? Что это вы написали тут? Ну просто, как бы мы все-таки знаем, что все ангелочки здесь собрались так же, как и Марина, но вопросики действительно должны раскрыть вас, правда или нет. Так, не подумайте, скажите честно. Ну, внутри-то я добрая. Да и я внутри. На самом деле, внутри я добрая. То есть ответ нет. Да. А вот вам яркий пример женской логики. То есть ответ нет, да. Пусть сам думает. Проверяем. Это правда. Дорогие друзья, давайте поаплодируем самым честным девчонкам, которые не побоялись никаких серьезных испытаний. Ответили на все правду. Честно. Давайте, они заслуживают этого. Потому что на самом деле действительно конкурс для них был секретный. Про наш детектор лжи, точнее детектор правды, они не знали ничего. Но тем не менее выдержали это испытание с честью и достоинством. Аплодисменты настоящим лучшим мамам Черноморского района. И мы приглашаем их готовиться к следующему конкурсу под ваши аплодисменты. Ну а следующий конкурс в нашей программе – это творческий. Либо хобби, либо увлечение. Наши мамы покажут вам все, чем они живут. Все свои таланты, ну хобби. Что ж, я, собственно, не завидую сейчас членам жюри, поскольку каждая из конкурсанток, она разная. И вот представьте, что ближайшие несколько минут будет твориться на этой площадке. Да, ну, друзья, собственно, завидуем вам, поскольку это будет наслаждение для вас. Итак, под ваши аплодисменты встречайте творческий конкурс для участницы номер один Евгении Риндер. Мое хобби – это моя работа. Я мастер восковой депиляции. И так как на сцене показать процесс моей работы будет не очень этично, я решила, что покажу вам совсем другие увлечения свои. Летели далеко, как мамина рука, как папина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака, над стеклами земли. Летели облака, летели облака. Летели купола, дороги и цветы, звоня в колокола, беспечные, как ты. Как капли молока, как здравствуй и прощай, как недопитый чай. Летели облака, летели облака. I'm gonna sing the words from
верю, докажу себе, страху вопреки, и не брошу на полпути, и не брошу на полпути, не скажу, что не могу, как бы сложно ни было, я дойду, дойду, докажу себе, страху вопреки, и не брошу на полпути. Каждый из нас просит шанс, закрывая глаза. Также бы я хотела предоставить для членов нашего жюри на дегустацию выпечку домашнего приготовления. Не судите, пожалуйста, строго, я любитель. Спасибо большое. Спасибо большое, Евгения. На сцене Зарема Мамутова. Я хочу спеть песню под названием «Халенин Тюбюнде». Kalenin dubunde men taş olaydım. Kalenin dubunde men taş olaydım. Gelen ne geçen ne yoldaş olaydım. Gelen ne geçen ne yoldaş olaydım. Kalenin kaleye şarkını uçurdum. Kalenin kaleye şarkını uçurdum. Ah ile bak ile ömrüm geçirdim. Ah ile bak ile ömrüm geçirdim. Çiçek saçtım, kalenin ağzında gül çiçek saçtım. Çok kızlar içinde gül gibi açtım. Çok kızlar içinde gül gibi açtım. Gelen ne geçen ne yoldaş olaydım. Gelen ne geçen ne yoldaş olaydım. Gelen ne geçen ne yoldaş olaydım. Спасибо. Уважаемое жюри, протокольное внимание. Сейчас произойдет выступление участницы номер 4. Дорогие друзья, приветствуйте на сцене Галина Горбунова. Хочу представить вашему вниманию мое увлечение, которое появилось более 13 лет назад. В моей жизни увлечением стала моя работа. Я работаю учителем в Оленевской средней школе имени Моцаря Даниила Андреевича. С чего начинается мой день? С урока. Чем заканчивается день для меня? Уроками. Казалось бы, замкнутый круг, но он наполнен разными событиями и эмоциями. С 2009 года я работаю с детьми. И это настоящее счастье и удовольствие. Главное, каждому ребенку нужно найти подход. Заинтересовать, поддержать, похвалить. Вы, наверное, спросите, как работа может стать увлечением? Да, может. Ведь увлечение – это занятие, которым любишь заниматься и в которое вкладываешь душу. Это дело, к которому возвращаешься вновь и вновь. В моей работе нужен творческий подход ко всему. Построить интересный урок, подготовить детей к внеклассным мероприятиям, вдохновить и поддержать в районных конкурсах, творить вместе с детьми, провести интересное время,
А когда ты видишь результат своей работы, искры в глазах детей, слышишь слова благодарности, ну что может быть лучше? Она очень добрая и искренняя. Сергеевна один из тех учителей, который прекрасно знает свою работу, любит ее. Галина Сергеевна лучший учитель! Прекрасно, всегда нас спасает. Красивая, добрая учительница, наша любимая. Галина Сергеевна самая лучшая, любимая моя учительница, люблю ее. Галина Сергеевна мой любимый учитель. Галина Сергеевна очень понимающая, наша любимая, просто самая. Мое жизненное кредо. Надо любить то, что делаешь. Нужно делать то, что любишь. И в этот весенний, светлый праздник хочется поздравить вас, милые дамы. Будьте счастливы и на работе, и дома. Благополучия и семейного уюта. Пусть сбудутся все ваши мечты, а каждый день пусть будет наполнен приятными сюрпризами и радостными событиями. Любите и будьте любимы! Дорогие друзья, встречайте участницу под номером 3. На сцене Марина Маслова. Печали. Главное, мой друг, не кисни, не расставайся с мечтами. После черной полосы наступает белая. А ну не вешаем носы, дальше жизнь целая. А жизнь продолжается, с улыбкой встречай новый день. И ничего не кончается, невзгоды уходят в тень. А жизнь нам дана одна, каждый миг ее ты цени. И даже если она трудна, твори добро и иди. Жизнь у каждого своя, делай вывод и иди. Да, порой она сложна, вечное всегда храни. Настоящим надо быть, не разменивай себя. Не существовать, а жить, всем сердцем эту жизнь любя. А жизнь продолжается, с улыбкой встречай новый день. И ничего не кончается, невзгоды уходят в тень. А жизнь нам дана одна, каждый миг ее ты цени. И даже если она трудна, твори добро и люби. А жизнь продолжается, и ничего не кончается. А жизнь нам дана одна, каждый миг ее ты цени. И даже если она трудна, твори добро и люби. И даже если она трудна, твори добро и люби. Милые, дорогие женщины, я от всей души поздравляю вас с этим замечательным, светлым праздником. Я желаю вам любви, здоровья, сил и мирного неба над головой. Спасибо вам большое! Большое.
Марина Маслова и волонтеры благотворительного фонда «Добро всем». Дорогие друзья, приветствуйте участница под номером 5, Эльзара Янова. Дорогие друзья, давайте поддержим дружнее, давайте поддержим шумнее. Уважаемые жюри, подводите итоги творческого конкурса, выставляйте свои оценки. Наши участницы готовятся к финальному выходу. Это у нас будет дефиле. А для девушек это очень ответственный момент. Это я настраиваю всех остальных о том, что приветствовать надо будет на разрыв, что называется. Почему? Потому что девушки тоже на разрыв готовились к этому. Дорогие гости, ну а для вас мы приготовили творческие подарки. Встречайте, пожалуйста, бурными аплодисментами. На нашей сцене с праздником 8 марта поздравляет танцевальный коллектив «Сила». We'll be right back.
party time! Call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete, I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. The senoritas, they sing and how they swing with their ombrero. It's very nice, so full of fight. And when they're dancing, they bring a happy ring, they're better kettle. Song all the day long. So if you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana. See, senorita, I know that you will like a cheeky boochie. It's very nice, so full of spice. Oh, place my hand on your hip, and if you will just kiss me your hand, then we shall try, just you and I. If you like the beat, take a lesson from Cuban Pete, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Дорогие друзья, с праздником вас поздравляет Светлана Турова. Одной тебе иду, в сердце раненая. Мама, мама, ты моя, стена каменная. Мама, мама, ты моя, стена каменная. Никогда не грустила я, знаешь, только ты одна, моя милая. Сколько раз судьба бежала, степитая,
выживая твоими молитвами. Отчего меня сломить беды не смогли, что далеко, далеко посреди земли. О спасении моем Богу молится полуночная моя, Богомолица. Мама, мама, ты одна, и ты даже не разлюбишь. В мире этом и другой ты всегда со мною будешь. Я к одной тебе иду, всесиянная. Мама, мама, ты моя стена каменная. Спасибо. С праздником, дорогие женщины! Дорогие друзья, ну как настроение? Уважаемые гости, позвольте по такие же бурные аплодисменты на сцену пригласить начальника отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района, а также активного волонтера благотворительного фонда «Добро всех» Наталью Гебешт. И заведующую социально-реабилитационным отделением детей-инвалидов Центра социального обслуживания Светлану Сирову. Поздравить с этим прекрасным днем, днем весны, любви, красоты, нежности. Я присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые сегодня прозвучали на этой сцене. Огромное спасибо вам, мужчины, за то, что вы рядом. Ведь если вы, не вы, нам наша жизнь была бы скучна и неинтересна. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этом конкурсе и сегодня подарил нам этот прекрасный день. Конечно же, наши мамы. Вы себе не представляете, за какой короткий срок они подготовили такую прекрасную программу. Конечно же, районный дом культуры, потому что именно они помогли нашим прекрасным женщинам выступить тут на высшем уровне. Хотим поблагодарить администрацию Черноморского района. Хотим поблагодарить фонд, благотворительный фонд «Добро всем». Кордон Тарханкут, который возглавляет Недобежкин Владимир Владимирович. И вам огромное спасибо. И, конечно же, нашим спонсорам. Всем прекрасного дня, всего вам самого замечательного и чудесного. И нашим помощникам аплодисменты, дорогие друзья. Светлана Серова. В этот женский праздник хочу пожелать только положительных эмоций нашим женщинам, ну не только сегодня, но и каждый день. А также, конечно, крепкого здоровья вам, женщины, и большого счастья. И от лица Центра социального обслуживания детей-инвалидов я хочу поблагодарить нашу администрацию Черноморского района. Хочу поблагодарить Дом культуры, который открыл нам двери сегодня, и, а также благотворительный фонд, который нам вот этот праздник организовывает. Спасибо вам всем за этот праздник, за то, что женщины получают такое удовольствие не только дома, но и со сцены, из зала. Спасибо вам за все. И вам спасибо, и с праздником, девочки. Я являюсь активным волонтером благотворительного фонда «Добро всем». И сегодня будет очень много подарков, очень много приятностей. А мы от фонда хотели бы небольшие подарочки подарить нашему жюри. Без намека, конечно же. Поэтому я прошу вынести подарочки небольшие от фонда. Большое вам спасибо, уважаемое жюри, что сегодня вы с нами. Ну что ж, спасибо большое, девушки, и вам. И вас с праздником, дорогие друзья. Ну а для вас следующий номер нашей программы
танцевальный коллектив «Ника». И ваши аплодисменты. Владик под выход ведущих. Если честно, не в этот раз, но в следующий обязательно мы подготовимся. Не надо обещать выполнять мне. Да, тем более все знают, какой ты у нас танцор. Уже на фестивале танца, да, продемонстрировал. Ну, можно. Все, с точки, поехали. И аплодисменты. Дорогие друзья, давайте сейчас бурными аплодисментами поблагодарим главного спонсора нашего мероприятия. Это салон красоты «Райский уголок». Сегодня именно эти феи, именно эти волшебницы сделали наших мам еще прекраснее. Вот они, наши красавицы, на экране. Бурные аплодисменты. И сегодня девочки присутствуют в зале. Давайте поблагодарим, конечно же, Викторию Визажиста. Аплодисменты. Можно привстать. Можно встать, да. Воспользоваться этой минутой славы. Наталья. Ольга. Незаменимый администратор Елена. Аллочка. Мастер-колорист. Конечно же, Оксана. Прекрасный мастер, все знают, все любят. Поаплодируйте, пожалуйста, дружнее, Наденька. И, конечно же, суперпрофессионалу, мастеру маникюрного отдела Валентине аплодисменты.
дорогие друзья, на эту сцену под эти самые аплодисменты я приглашаю индивидуального предпринимателя и директора салона Наталью Архангельскую. Приветствую всех, милые дамы. Хочу поздравить вас с праздником 8 марта. Сегодня у вас яркий, радостный день. И пожелать вам счастья, радости, любви, успехов в творчестве и всего, чтобы все у вас получалось и все складывалось. Всего, что вы пожелаете сами себе. Вот. И хочу выразить благодарность девочкам, мастерам, которые сегодня творили эти чудеса, участницам. И поблагодарить вас за волшебные ваши ручки, за ваши труды, за ваши старания. И пожелать вам всегда быть на высоте своих творческих успехов, талантов. И желаю, чтобы каждый день вашей жизни был таким же ярким и грандиозным. Всем спасибо. Желаю всем любви. И бесплатным. Девочки это все сделали бесплатно сегодня, за что и им эти овации, дорогие друзья. Дорогие друзья, сегодня мы поговорим еще, конечно же, о спонсорах нашего мероприятия, которые дарят красоту всем очаровательным женщинам Черноморского. Давайте поаплодируем студии красоты «Пудра». Ангелина присутствует сегодня в зале. Будет специальный подарок и от них. Также мастеру перманентного макияжа и наращиванию ресничек Ольге Матиенко аплодисменты. Олечка тоже сегодня с нами. Все эти девчонки приготовили специальные подарки для наших мам. Но к этому мы вернемся чуть позже. Я уже запутался, кто какой специалист, по какому виду. Для меня это вообще просто вот как темный зал. Ну вот, видите, мужчины только рассуждают о том, что женской логики нет, да, есть мужская. Не, ну я знаю, я знаю одно. Да. Я знаю, что такое расческа. Не и всегда, этому правда. Мы безумно рады, что такое вы знаете. А мы женщины. Да, кстати, мы женщины знаем все необходимое о мастерах, процедурах, потому что рядом с нами такие профессионалы, которые сегодня присутствуют в нашем зале. Спасибо огромное, девчонки, феи красоты. Уровень IQ суммарно взорвал крышу просто. Я аж потерялся. Итак, дорогие друзья, еще раз давайте поздравим девочек с праздником, поблагодарим их. Ну и перейдем к самому долгожданному, финальному конкурсу нашей программы. И это, конечно же, дефиле. Но пока мы еще поддержим легкую интригу. Да, потому что... Ну ладно, шутка не удалась между собой, хорошо. Я так понимаю, сегодня просто запутать хотел не только девчонок на детекторе лжи, но и меня с программой, но нет, Андрей. Сейчас все-таки будет долгожданное дефиле в вечерних платьях. Поэтому, уважаемые члены жюри, во всеоружии смотрите и внимайте. Участница под номером 1 Евгения. Участница под номером 2 Зарема. Участница под номером 3 Марина. Участница под номером 4 Галина. Участница под номером 5 Эльзара. Get no colder. You got the
В этот раз без канкана. Дорогие друзья, еще поаплодируйте прекрасным, очаровательным мамам. Ну что ж, дорогие друзья, собственно, выдохнуть могут вот как раз-таки участницы перед тем, как узнают, кто же стал победителем. А вдохнуть может как раз жюри. Да, поскольку шутки, прибаутки и, в общем-то, расслабление окончились, для членов жюри сейчас предстоит настоящая работа – определить, кто же стал самой лучшей мамой по версии 23-го года. И мы приглашаем вас, уважаемые жюри, в тайную комнату для обсуждения результатов. Поддержите, пожалуйста, людей, которым сейчас невероятно сложно. Алексей Васильевич, последний конкурс, он просто держался за голову. Я понимаю. За голову Андрея Викторовича. Я понимаю, что мужчинам невероятно сложно, но тем не менее мы ждем от вас справедливого судейского решения. Ну а мы, дорогие друзья, вот сейчас по-настоящему будет тянуть интригу, да и, собственно, расслабляться и просто... Получать удовольствие от праздника. Абсолютно. Да. Итак, на сцене студия современного танца «Стиль», дорогие друзья. Дорогие друзья, правда ведь положительные эмоции на самом-самом-самом верху, правда ведь? Поэтому сделайте для них то же самое, поаплодируйте им! Отлично.
Сейчас произойдет то чудо, которое называется подарком, особенно подарком, самым нежным подарком для наших мамочек, бабулечек, теть, сестер, дочурок и всех-всех женщин, кто пришел сегодня на этот праздник, поскольку что может быть для ушек наших любимых слаще, чем игра, например, на саксофоне? Согласитесь ведь. Ну, девчонки кивают, я это уже вижу. Дорогие друзья, под ваши аплодисменты я приглашаю его, маэстро Олег Конюшенко! Дорогие друзья, встречайте на сцене танцевальный коллектив «Ника».
necesita una poca de gracia, una poca de gracia para mi platilla. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré. Что, дорогие друзья, вы готовы? Мы еще нет. Ну, морально точно. Ну, самое главное, что готовы наши прекрасные участницы. И давайте бурными аплодисментами на финальный выход, на выход награждения пригласим наших участниц. Участница под номер один — Евгения Риндер. Приветствуйте, пожалуйста, Зарема Мамутова. Марина Маслова. Галина Горбунова. Эльзара Янова. А вместе они, наши прекрасные, очаровательные участницы конкурса «А ну-ка, мамы» 2023 года. Овации! Ваши аплодисменты, улыбки и цветы участницам! Дорогие друзья, ну а сейчас мы потаим немножечко интригу. Тем более необходимо создать тот момент, когда напомнить всем абсолютно еще о наших
друзьях. О наших друзьях, о друзьях фонда. Добро всем. Ну и, конечно же, друзья пришли на праздник не с пустыми руками, а с подарками. У каждого практически присутствующего нашего друга на сегодняшнем мероприятии есть подарок для кого-либо. Позвольте сейчас пригласить под ваши аплодисменты для вручения своего подарка хозяйку студии красоты «Пудра». Ангелина, пожалуйста, просим вас. И ваши аплодисменты, дамы и господа. Я хотела бы всем сказать спасибо большое за приглашение. То, что наши студии позволили участвовать в этом огромном мероприятии. Вообще все вы, девочки, прекрасны. Вот. Наша студия выделила прекрасную Зарему, потому что она соединяет как-то в себе и работу, и семью. И это прям тронуло очень сильно. Спасибо большое от студии красоты «Пудра». Сертификат на 3000 рублей для Заремы. Поздравляем вас! Дорогие друзья, мы хотим озвучить, что сейчас также наши участницы получат подарочный сертификат от Ольги Матиенко. Оля, мы вас приглашаем. Под ваши аплодисменты, конечно. Ольга от себя дарит подарочный сертификат на процедуры перманентного макияжа, наращивание ресничек на усмотрение наших участниц. Итак, Олечка, просим. Давайте поприветствуем и поблагодарим Олю. Оля, спасибо большое, и с праздником! Также в нашем зале присутствует Анастасия Синельникова. Мы просим подняться на сцену для вручения своего подарка. Друзья, друзья, аплодисменты! Здравствуйте! Поздравляю всех девушек, женщин, мам, девочек маленьких с праздником. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы наши мужчины всегда нас поддерживали, оберегали и были рядом с нами. Свой сертификат хочу подарить вам, так как действительно очень приятно, когда девушка может совместить в себе работу и дом. У вас четверо прекрасных детей, я вас поздравляю. Дорогие друзья, у нас есть еще один подарочный сертификат на парфюм от студии «Пудра» на 2000 рублей. А достанется этот подарочный сертификат маме, которая сейчас соберет наибольшее количество аплодисментов этого зала. Да ладно, еще у нас микрофоны, Евгения. Мы крикнем, как положено. Итак, приготовьте и не скупитесь, давайте по-честному, и не скупитесь на аплодисменты, крики «Ура!», уже голос сегодня вам точно не нужен. Итак, аплодисменты для участницы под номером 1 Евгения Риндер. Сняли. Участница под номером 2 Зарема Мамутова. Все куплено и проплачено.
участница под номером 3 Марина Маслова. Участница под номером 4 Галина Горбунова. Участница под номером 5 Эльзара Янова. Ну, дорогие друзья, наш шумометр показал, что сертификат на парфюм от студии «Пудра» достается Зареме под аплодисменты. Дорогие друзья, теперь тоже уже разогрели ладоши, поскольку давайте поаплодируем людям, которые сегодня целый день работают для вас, для нас, для всех. С нами сегодня работали фотограф Мария Нефедова, фотограф Ольга Садовская, студия Виктории Спичак, Анастасия Синельникова, Светлана Попова, Александр Чергинец, Екатерина Пономаренко и главный спонсор нашего мероприятия, конечно же, студия красоты, салон красоты «Райский уголок». Уважаемые гости, ну, конечно же, всего этого праздника красоты, улыбок, весны не состоялось бы в таком масштабе, если бы не наши друзья. Благотворительный фонд «Добро, добро всем! Как мы сейчас слажены! Дорогие друзья, еще также объявление от фонда «Добро всем». Фотографии, которые были сделаны на фотозоне и также в праздничном фойе районного дома культуры, вы сможете забрать в группе в социальных сетях ВКонтакте на официальной странице «Добро всем». Подписывайтесь, ставьте лайки, ну и дальше по тексту вы знаете. Ну что? И сейчас самое основное, самое важное. Девчонки волнуются, мы волнуемся, а как невероятно волнуются наши почетные члены жюри, которые уже подвели итоги сегодняшнего конкурса. И мы приглашаем на сцену Алексей Шипицын, Андрей Шатыренко, Владимир Недобежкин. Уважаемые мужчины, вам слово. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, конечно же, в первую очередь хочу поздравить с таким весенним, праздничным, светлым праздником, днем 8 марта. Уважаемые женщины, любимые наши женщины, пусть всегда рядом с вами будут настоящие мужчины, готовые на все ради вас. Спасибо вам огромное за то, что вы есть, потому что неправильно говорили, да, что жизнь будет скучна без нас, мужчин. Нет, жизнь будет скучна без вас, женщин. Поэтому всех вас с праздником. Всем вам крепкого здоровья, терпения с нами, ну и вообще веселого настроения и праздничных улыбок. Добрый день, наши милые, родные, любимые женщины. Примите слова искренних поздравлений от всех мужчин поселка Черноморского, нашего района. Да я думаю, что все мужчины мира сегодня аплодируют вам в честь вашего самого прекрасного, самого первого весеннего праздника, Дня Великих Женщин. Вы знаете, женщина для мужчины – это все. Это начало жизни, это тепло и уют в доме, это любовь, конечно, и нежность. И вот за это мы, конечно, будем вас всегда любить, всегда ценить, всегда носить на руках и дарить, я уверен, каждый день цветы, а не только в праздник. С праздником вас! Вы нам сегодня, конечно, такую задачу нелегкую задали, да? Я откровенно скажу, что я влюбился просто во всех мамочек вас. Вы замечательные женщины и замечательные мамы. С праздником! Ну, прежде всего, благодарю участниц. Вы, конечно, правильно сказал предыдущий товарищ, что заставили нас попотеть. Вот. Каждый раз вам всем ставить пятерки, а потом определять, кто же все-таки лучше, это жестоко.
Всех поздравляю с праздником, чтобы сегодняшнее настроение было у вас не только 8-го, но и 9-го. Праздником вас! Спасибо большое, уважаемые мужчины. Вы знаете, сейчас хотелось бы добавить, вот что значит профессиональное, неподкупное жюри. Подошли к своему долгу журийскому с чувством, с толком, с расстановкой. У нас есть итоговый протокол, и мы даже озвучим баллы, набранные нашими участницами. Итак, с результатом 100 баллов... Конечно, Алексей Васильевич. Интрига продолжается. Да, интрига продолжается, я прошу прощения. Вот действительно, очень, я уже второй раз участвую в этом курсе. Очень сложно, девочки, жюри. Да. Не участвуете, да? В жюри участвую. Очень сложно оценивать. И мы как мужчины, понимаете, мы действительно, вот мы смотрели друг на друга, да, а что же ставить? Вот я честно скажу, я не понял немножко конкурс с детектором лжи, да, но он оказался детектором правды. Я всем одинаково поставил оценки, четверочки, потому что, честно скажу, не понял. Ну и, соответственно, дефиле, чтобы никого не обидеть. Девочки, вы действительно, вот, огромное вам спасибо за то, что вы, во-первых, согласились на такое. Это уже как бы подвиг такой своеобразный. Хочется вам всем, конечно же, хотел вначале выступить, пожелать всем победы, но уже, как говорится, подводим итоги. Еще раз огромное спасибо вам, участницы, спасибо нашим организаторам, нашим спонсорам, всем волонтерам, в том числе, я тоже, можно сказать, по жизни волонтер. Всех с наступающим праздником, Господи, всех с праздником, женщины с праздником. Мы сейчас еще один придумаем на завтра, что нет. 9 марта, да? Да, для мужчин. И всем нам мирного неба над головой. Спасибо большое, Алексей Васильевич. Итак, с результатом 100 баллов, титул «Стильная мама», сертификат на 5000 рублей на услуги салона красоты «Райский уголок» получает... Участница под номером... Никто больше ничего не хочет сказать. Ну хорошо. Итак, участница под номером 1 Евгения Риндер. Титул «Мама очарования» с результатом 100 баллов и сертификатом на 5000 рублей от салона «Райский уголок» получает... Галина Горбунова! С результатом 109 баллов и титул «Мама талант», а также сертификат на 5000 рублей от салона «Райский уголок» получает... Явно не я, а Зарема Мамутова! Титул «Самая активная мама» с результатом 113 баллов и сертификатов на 8000 рублей от салона «Райский уголок» становится у нас... Кто? Как вы думаете? Это известно пока только тебе и жюри. Да. Итак, дорогие друзья, аплодисменты участницы по имени Марина Маслова! Теперь мне уже листочек не надо, хотя тут есть циферки, я их обязательно озвучу. С результатом 114 баллов. Титул «Лучшая мама Черноморского района 2023 года» и сертификат на 10 тысяч рублей от «Райского уголка» получает... Эльзара Янова! You're simply the best.
Давайте фото на память, девчонки. Ваши аплодисменты за их глаза, за их сердца, за их улыбки. Спасибо нашему многоуважаемому жюри. Ну и, конечно же, отдельная благодарность лучшим мамам Черноморского района. Овации! Ну что ж, дорогие друзья, мы проводим аплодисментами членов жюри. Этой красотой я предлагаю еще наслаждаться. Аплодируйте, улыбайтесь им, дарите цветы. Я хочу поблагодарить всех девчонок районного дома культуры. Аня, тебя с праздником. Девчонок, которые готовили и организовывали абсолютно все моменты, которые известны только нам, за кулисами. Девчонки, вас с праздником. Ну и, конечно же, всех девочек, волонтеров, добро всем, райский уголок, пудра, все-все, кто сегодня был с нами, с праздником! Всех девчонок-зрительниц, с праздником! Ну и говорим вам, до свидания, друзья, до свидания, девчонки, и всего самого наилучшего! До новых встреч! Ура самым лучшим!